Утюгнинен күндүк речилер биде хиги буча кускай берини көрөгөт бүгүнгү дахарыга туймада хочотун кото сирдерин кепсиях бит. Бу сирдерге эллей баатор олоксуй буда ан бастыгытын ыхых ыспыта. Бибрин керем тұрыбыт үстеттен онына ойу қатын ген сирдерге. Ол сирдер бирлеринен, омаққа бирлеринен үстеттен бастан омогой, эллей омогой көйе Ника Харахсаны ойоғылан баран келен олоқсуй бұт сиреген бирлер. Онтон ойу қатын ген эллей бастығы үйеген ыспытайден бігеға документарға ұрылайдар. Бұ сире біге білген заповедниктен аттық бөлінсе, барыта бұ толығы келем сиреген 16-та ытықсир қарыстығылған документарға ұрылған реестрге кейден тұрар. Білдерден дөстер бәк 16-тен аттығы бұтқадан баран білінгеті 16-та ере документарға ұнаттыруыда бол бұта. Ете 2-тігінші 16-та аллаққа олықтуа Кревет Светлана Степановна Борисова үңөтү болар. Ол 16 сирге 434 гектар. Ол аты 434 гектар дегенге туктаганы тутуу барыра, туумет оңоллары жаанай үлөккө барыра барыта бабылдан турар. Ол сирде барыта границаларынан паспорттан туспа документтан мыттыра, бу эгге халгы үлө барыта турууга. Билген бу сиринен биеке бар 52 тирбестек, 100 үстейт онына ойу қатын ген хендер әттім, оны тағынан әе бастақ ден әллей әені қатар оқсус бұтсере, марджай ден әллей сиене олоқсус бұтсере, кенеттен ұған бар бұт, қотығы ұмсан, соғыру ұмсан ден сердер. Эти сердер барыта қарастауылға ұлылын тұралар. Білген бұл сердерге қомойоғы ең туықтағаны сәрге дағаны таста соқтар, қандыра бар, қандыра соқ, онында бұл бігі әтір үст дейт ден сербетігер, онында ойу қатын ден сербетігер соқ. Ол ата ола бұл көрдіққа білген мен коллегаларын кәпсияқтыры бігі культура бұл сердтен бар бұл әден әтәбет. Туймада қочытын осынан ұлан әтір әбіп болақ бұтына, әлі бігі культурның керой бұт бұғытынан, мантан бігі культура бұғытын тарға бұта ген. Мантан бар бұта үхек үхер үгес, мантан бар бұта тос ұңғықтар ұңғырыр үгес, чоруанлару алғыс ұңғырыр үгестер бар бұттар ген білейті бұт. Бұл бігі кәнне бүтігер білеген ғыржданскі сирей кәменәғі памятник тұрар бүгінгі бар, күрік тұлғы келдім хирігер онына нам ұлығыға барыны әрджанна көрілдер. Бұл олла ағаттанар марджай үрделеген. Әме бір ұтықтанан сир 7 гектар күрдік сирей бігі қарыстауылға ұлан олар омыт. Сирінен бұл сир бігі келілім сиргерден үктерін тұра өтсе. Аспыт үйе 30 сылдарғарды келілім онына тулағы 2 тұс-тұспа нелектер. Білеген, жүкіске көріп сиргер кері тулығы келілімден атты өт. Келілім ұрыққута арға қаңалас ұлығығар керер, онтын ұлы сытар тулығы меға қаңалас ұлығығар керер әті. Онтан бұл сир бүтінліүйті кәлін жүкіскай Сопковска кейрен баран кәлін білдер әті ұлыған ғыржданскі сирей бір күргігілері бол бұл сирдері. Онына мантан чугас бар батылы оғынныр олар бұл сире. Ол тұғынан бігі тұспа кәлін передача ұстан бұл батылы аға ұға мантан қайда тарғын бұтын тұспа кәпсек біт. Онтан халқы бәрін істеққа мантан чугас ұтық көлден сет бар тұлығыттан, тұлығы келдімттен сол нөңі сытар. Ол ұнына мұқырдырырынан бұл манына әллей бұсерге үхер кәмегер чорауаны, көктолыр күмістақ чорауанын үрі ұмытығыр күрі қалланынтан үш күба түхәнлер, ол күміғыттан ұланынлар, үрксөйін көтін тақсанлар, ол ұтық көл тұлатығыр көті әджанлар алға бұттар еден. Кәпсей бүт. Ойу қатың бұлла бұдырар. Білген онын ұстылық бұт. Ол ұтық көлі үстергенлер, алған барандар, кәлбет сәддіргер түнне тұр бұттыр әден. Онын ұмық бар. Онын бұлла ол онына бар көлі ұтық көлден атта бұттыр. Білген ұтық сәд болар. Білген мен оны әттен әр гектардақ сәрге әтір көлі бүтінің қарыстауыға ұлан тұра бұт. Мойда әлі бігі бұл үйменіне бұл сақан ұротын түріпті әуіт әбігілерінен ағылалылар. Оны тағынан әлі есі тұқ дейлер бұл сақан ұротын культуратын өз кәппеттен. Бұл ата бұл хаха ұротығар, хаха культуратығар әлі культурны герой тағымнақ, персонаж болар әуіт. Те культурны герой кәпшіл болақы ме тағын ұғым болары бұл оғына барын
Шүрүнү кепшете хытлыкпа. Сахалар көсү муктар, шүйүтүтүнө директор муктар, олеген бу эллейкытта бу шүйүтүтүн, ону хылгыйтүтүн кытырыш вестах культура үгестерин свест дилдирби. Ону чоланда тахытлыкпа. Холовара бу хылгыны, да, биени ыватырби. Холовар. Ыматырби холовар бу омогой жана. Эбетер аннавар бу туз ити билбеттерибит. Омой жана. Вот, тети тух, эми мох быт на баллади. Вот, ну тух пар бу оңгулары да, ураганы бу туха шүйитидир тух тутулдар чебергелдери, сеп чебергелдери буна барытын, барытын ким эллей хаябыт ди. Аннавар түптене ми эллей хаябыт, бастыгы түптене кини хаябыт ди. Умаппыт ди. Онды көйді бүл бар әбет. Олата тұқ бар, бұл сақы культуратер бар үтіені, тұқ бар өңені әлі, әлі кіттесі әстілдер әбет. Қарысталға ұлауыттен әтәрбір әдбақ онны қалғалар, өз көйілілер құрық, манна жон же тұттағатыр, оғыру тұңыстағатыр, сыйықтары, зоволаттары тұттағатырлар, оны қытыр бейік әсетен бет. Ол, оның бұрайықтар, бұ сирей аджатар, құтталығы өз кәтір әбіп олақтарына оны тұқтудан көбейді. Білген қолыр бұ сирей бүтінліңді Тор Кангалас тен проектқа кейден сөптіяқтен үйреті бар отырыр, оны білген бейі үйреті бет. Тор Кангалас манына бар бұ әбіп олағана, бұ сирей аджатар құтталығы Салдзавыт, это блинге баратура рөлі. Онтон, бұ 234 гектары ақыраныға қарыстабылға ұлан тұрабыттен кәпсейбіт. Онтон, хан олғаннара ұрағы үйеқ середен болар. 100 ағыс гектардақ, білеген бігі білеуіт, үс қатынген үйеқ тұймады үйеға болар сере. Ите бігеға документы кербімет, номыққа кербіт, ата ұрағы үйеқ середен. Ол онны әллей иккістен, иккіс ғиған онныс бұтаден білетейбіт. Бүгін республикадағы хамылған ытықты нәрсіл болар. Бүтін көрдік сүйіс ағылған ағыз гектар, әтіне бүтінің үйтін көрдікі археологиске памет гектары, қолан атақ культураты, әңен онына барден білетей біт. Онтығы бұтығар әме қарыстаны, қадда қарыстық бұны сөйбейден үйләне үйті әдді біт. Индикатын дағаны бұл седдерге жон ұлық сұйуыты, онына жон бас білігі ұлғасы қарсыға тұрғық бұд, оның еңіне үләне үйді тұрғық тағы бұд. Соғытық, не? Тұғықты білдер ұруыты жүгес аймағы оқ, қамттан әрмек күрән келбі кейден өтді біл өскен әме мұндық нұмықтыр өскілдер. Бұ кейі қамттан әрмек білбіт, бір тұғық барияныңын бұ кені көтжағы сағыта ұйым бір бітеміз. Бұ қағынары күрең қуатан ұлық сұй бүттен, онына бар ден, отынлық барияндар балдары бет. Жауыл әлде тиен кәлер, бұл білігін дик орапыт тұрарда, сердегі ұялылар тұғырынар. Өті бір хамай білі тарғамыт барияндынан, өті білігін залыққы бар бұртоқанын, раға. Әбетір әрі тоқ ору бар бұртоқанын күрең кәлбіт болын шептен. Ұйылдары бет. Ол бұрытуқын болғаны білі сайсырға түйәдді. Білігін даңы. Ол бұрытуқының кәлін ол омауы түгін олығын болар. Әлдейін. Өті бі бірі білі бет кені ол күрен кәлін омауы түйен кәліңіне хорық барияндарына еме тұтылдар. Ол өрі омауыда құтуақтыры жоны. Тұталдар әлдейі. Әбетір кені бәті кәлін қайыр бұл омойыға туақ үлігіт болар дейін. Вот мы с вами находимся, мне кажется, в самое такое сакральное место в долине Туймады. Место, где наш легендарный Лей провел самый первый эсэх якутского народа. Недалеко он здесь проживал, в местности Юстит. И вот здесь вот Аюр-Хатын в местности провел свой эсэх. Именно здесь он растянул первый там саламас, сделал прочее там, да, собрал народ. И после этого именно
стали проходить ежегодные наши праздники Эсэх. Вообще эта земля, она очень уникальная, потому что именно вот именно северная сторона Туймады, она еще сохранила тот свой первозданный вид благодаря тому, что имела свое как бы такое, защищалась самой природой. Потому что здесь вот сложно перейти на эту сторону. Потом, почему здесь вот еще чистая территория, да, довольно-таки? Потому что сюда сложно перейти. Даже мы не смогли сегодня на машине проехать и прошли пешком. Именно поэтому вот здесь мы считаем, что эти территории надо нам сохранять, охранять. Даже вот если посмотреть на эту карту, вот посмотрите, мы с вами находимся вот в этом месте. И вот вся территория, северная часть нашей Туймады, это сплошные объекты культурного наследия и археологические памятники. Поэтому здесь даже при, скажем, освоении хозяйственной деятельности для человека здесь обязательно нужны проходить археологические раскопки, проводить археологические спасательные работы и обязательно согласовывать все действия с органом охраны памятника истории и культуры, потому что это объекты культурного наследия, которые охраняются законом. И поэтому мы предлагаем на этой территории создать историко-культурный заповедник, чтобы сохранить эту территорию и проводить здесь не только, скажем, научные работы. Да? А почему я говорю научные работы? Потому что именно здесь есть выходы на поверхность пород, лавы, пород, да, которые вышли, вулканические лавы, которые вышли в юрском периоде. И вот буквально посмотреть вот недалеко, вот смотрите, единственная территория, где сохранились еще у нас реликтовые ели. И институт биологии как раз они это изучают уже, и просто необходимо сохранить. И даже сейчас они, как говорят биологи, ареал начинает уменьшаться. Поэтому надо проводить работу, чтобы эти ели не пропали, они продолжали расти, размножаться, их ареал рос. Считается, что ну, там вот первый эсэх, да, провел Эли Ботур. Но в свое время мы, когда проводили там археологические исследования, тоже выделили там целый ряд памятников археологических более древних эпох. В том числе мы там раскапывали, например, это, стоянку. На ней бронзолитейное производство было. Ну, там ранний бронзовый век и ранний железный век. Да? И очень много предметов, связанных с рыболовством. Это как обломки костяных гарпунов находили вот такие, да, предметы. А почему? Ну, там речка вот эта, да, Ханаласурия. И оказывается, она, ну, вот, выходит в районе Кангалас в реку Лену. И еще даже в 20 веке, оказывается, туда омуль заходил на нерест. То есть этот омуль, он вот в это озеро Итыккель нерестится заходил по вот этой речке. Цикл динатил, релата, бо хастадана манных хатланар мотив сюжет бар был на цикл динатил. Вот. У легенде бо умойда ли тунан манных тух цикл бар ген би бир бастым ученый бит говорил Ксенофонтов тыгинча того сюжет бесаларга улахан книгене белемнян турар эти книгене би ученый дэтте он обсена общественной стороны он на история сыгана джанар билеллер он улла на Ксенофонтов Леда динаттыр, ол туған, хомурын жүген. Вот оны бейі бареме білевіт, кені хайыр біле туақ баллады. Бұ бейі нұраппытыр әме атында нұраттартын қалсы ваққада, атында нұраттыр культурларын тәңнәх персонаж барын егенде. Тоте Леданы қолу бұра Леданы күтті, қайдары тәңнән көрді қа, қайдары жөрелер бұтты туға ата. Вот оны оллағына ксенофонтапыт білден тұрар кені Вирехтахки, Чулурга, Тух пара литературы, читал литературу, Белер Балладиолин, Бятин Хоурни, Леда Динаттыр. В настоящее время наша общественная организация совместно с департаментом по охране объектов культурного наследия разработали документ, именно порядок создания историко-культурных заповедников. В данное время это проект постановления правительства, он идет вопрос согласования, я думаю, скоро выйдет в свет. И вот этот вот механизм, когда мы сможем, скажем, не только вот на этой территории, но и по всей республике создавать историко-культурные заповедники. И вот как раз именно посмотреть эту долину, да, посмотреть, вот еще нетронутая земля абсолютно, да,
бродит скот, там, да, вот они еще, да, поля, там, да. Здесь очень много стоянок, даже по этой, вдоль этой речки, очень много стоянок древнего человека. Поэтому, сохраняя это, я думаю, что, тем более, что сейчас у нас сделана до Юсхатын дорога, да, вот, четырехполосная дорога. Транспорт и доступность здесь неплохая. Поэтому вот как раз эта территория, где может развиваться наш такой вот этнотуризм, которым интересуются все, скажем, приезжая сюда, не всегда вот туриста спрашивают. Вот мы с туристами работаем очень много. И сегодня как раз начинается поток, внутренний туризм развивается. Именно сейчас эти территории и как раз предрасположены, чтобы здесь создать именно такой вот хорошую зону для именно развития туризма в нашем городском округе, город Якутск. Вообще долина Туймада — это такое как бы сердце Якутии, что ли. Здесь вот не случайно город Якутск находится, как я считаю. Вообще я вот как археолог, да, который изучал это и изучаю, да, местность, могу сказать, что здесь прямо большая очень концентрация всевозможных археологических памятников, начиная от эпохи палеолита, еще во времена, когда мамонты жили на территории Якутии, здесь уже жили люди. И здесь вот самые различные периоды, там каменного века, это и мезолит, неолитических памятников, тут сотни находятся всех культур неолитических. Это и эпоха металла раннего, бронзовый век, ранний железный век. И в средневековье люди тут жили. И вот предки народа Саха, Омугойбай, Лейботур, Улухоро, они поселились именно в долине Туймады. Потом уже в 17 веке, вот, когда русские казаки, землепроходцы пришли, они вот несколько раз острог представляли, потом в конце концов его поставили тоже в долине Туймады. Это, считаю, тоже не случайно. То есть, кто вот занимал вот эту местность, это как бы он, можно сказать, владел всей Якутией, что ли, да? Поэтому вот с этой местностью, вот где мы находимся, да, это Урахысере, так называемая, да, здесь вот мы прямо на археологическом памятнике стоим. Ну, здесь на дороге в свое время, вот тут дорога идет вдоль озера, да, и мы обнаружили тут разные подъемные материалы на дороге прямо. Это фрагменты керамики, различные там каменные орудия. Вот очень прямо шикарный сосуд бронзового века вот здесь на дороге лежал. Такой уникальный, точечными орнаментами, шикарно сделанный прямо. Таких вот в классификации даже нигде нет. И вот что интересно, да, по преданиям, вот эта местность Урахысере, это местность, где Элей-Ботур провел второй свой праздник, да, значит, здесь классическое такое место, вот красивое, да, это вот озеро, на нем стоит такой булгунях, булгуняха этого названия Ыңырдах, то есть он такой похож как на седло такое, что ли, да, ну, вообще здесь вот сама вся эта местность, вот такие рощи березовые, летом просто красота, да, такие немножко сосны, лиственницы растут, все, что, и такие большие пространства вот этих вот лугов, дальше вот горы такие, бараны, да, все то, что вот радует глаз. Вообще вот, ну, якуты, они народ такой, не то чтобы лесной, да, они наоборот любят открытую местность, то есть это вот присесть на пригорке, обозревать такие тучные луга, где пасется скот, и можно петь паюк, лонхо, там, ну, все вот, именно вот такую вот местность наши предки облюбовали и здесь поселились. Андрей Дугаловсена, эти тирах, коту, Америка думал, Азия думал, Европа думал, шиюти не директор ромок, сахар дук, омуктар, коту тухтарга, эйгера, сахар дук народ бельвете. Бегу
саха сюжетитный директор норму хамай хотухи джавас. Улин данный джав италлар, раха бу хаханнара былыр. Мия эбюдар бит, туары бришининен, хантанара сугуруттан, раха көнкөл бит питтен. Улин джабу умойдах, элле тухнын нумахтур юскүл балықтар джи. Вот, оттан сюрин сюжеты билдер, бастан омогой келер, хантанара это хорохтор Байкал дилер, хорохтор еще хантанар хоруттан купута дилер бар. Анта хоруху ден топсус патах ту бязин джонун кытта бязин айгетин тула ду хайдах ту. Эбетар туаре сери бул бутта дюден. То раханады кепсилу, кепсилдер сэгэнниттер. Вот. О кей баллана соотох коппа бязин жетин сергетин кергеннин, олурдун. Он наор кулуттардын тухпар, бле чугас аймактардын бараларын. Ошо жонаксанын кайдылар. Хорох жайнитер уям берелдер. Шүз биен ийин жилдер. Вот олата олутчу. Элбаки көнкелер курдуктен сехендер бүскүлдер. Вот мы прямо стоим возле старинного жилища. Вот если посмотрите, вот это вот углубление. Здесь раньше тёх стоял какой-то старинный. И в своё время мы тут в начале 2000-х годов проводили исследования. Это вот с Якутским госуниверситетом. Я тогда работал преподавателем и был руководителем археологической практики студентов. Здесь мы нашли фрагменты кулуно-тахской керамики. Это археологическая культура ранне-якутская, именно во время которой происходило сложение народа саха. Ее выделил профессор Анатолий Игнатьевич Гоголев в свое время. И считалось, что все памятники в основном в Заречье находятся. Это Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Алданском районах, там, Татте, да, вот в Амге. Значит, а тут вроде бы как на левобережье Лены почти ничего не было. Но мы в свое время вот доказали, обнаружили здесь в долине Туймады целый ряд памятников, где имеется вот эта так называемая кулуно-тахская культура. И в том числе вот ранняя как раз вот керамика кулуно-тахского типа, она была найдена вот в этом жилище. Значит, то есть научно доказано, что здесь мог проживать эллей в те времена, значит, это примерно там 14 век, как мы полагаем, вот в то время, да. Имеются вот такие вот легенды, да, что в свое время тут великие шаманы жили. Вот дальше, если посмотреть, там имеется не только вот этот булгунях, а там хара булгунях и юрюм булгунях. Считается, жили в свое время в местности Кумахтах, это вот в районе Сырдаха здесь, да, два брата-шамана, значит, и они однажды, значит, сразились с другим пришлым шаманом, и старший брат младшему сказал, чтобы они там какие-то проводили, ну, вот эти свои состязания, что ли, да, шаманские, значит, и вот этот пришлый шаман тайком украл душу вот этого младшего шамана. Значит, потом у них там какое-то сражение долго длилось такое вот, ну, и считается, что вот в местностях вот в этих вот Северной Туймады похоронены вот эти вот шаманы. Ну а вот Юрюм Булгунях этот, который там дальше находится, ну его здесь не видно, да, он как бы принадлежал как раз вот этим братьям, что ли, да. Ну, здесь помимо этого, ну, как я вот сказал, очень много также памятников более древних времен. Кто это были эти люди, да, мы точно не знаем, потому что очень мало их, о них что есть, только в основном предметы. Это каменные орудия различные, это горшки керамические, там какие-то костяные предметы. Эвитер кине улахан уола ламанха сюрик. Итеме тух номах уратылары болла. Оганахин бир элей кытты свестенер. Кине аммагнай бу кымы муньяравит кине бу кергенын кытары. Вот эти умовой тух кры кыгын илар была керген. Ол кергенын кытты хайырлар. Муньялар албақпай кымы. Онны же бу тула улурур жону бараларын. Онны ол кыджағыстыры умовой дун. Или
кергенин кирдяска кергенин мигралдары бит жолунда аммагна деп кумыстах чораны тутан деп бастыкалгы этере бит элли бит вот онун бу элли бит биеха хамай итик хамай такин образ болар бу саха өгөр ханатыр уну культурадыр олен биеге тут бу кини кытты хевестех вообщенен культурыр аңгардасты культурыр бул бакка бу вообщенен бу сахайлыгар бар да сиддири итиктер сиддири хайдара шүдүк то би бар билебит бул итик сиддири особенно бу туймады түгөр вот олен итик сиддири хайдара бу сиддирге тух болгом турам да тух улахан Дирингис Коханнах, Султаны Бедерин, Хайдере. А тут Белитика Дедеха, то Дитерген, Хазбиди Нурут, Туре Манник, Олохтах Булохтах, да? Тухаре Теренер, да? Особенно культура Сыгеннах, Уреталарга Теренен, Пятен Тугун, Кенегескида Тугун, Дилгасен, Баренер, Сулга Туран. Эти не баратун, учет там, Корен. Сайындары тустақ болады.